Привет! Всем привет! Всем привет! На базе никого, кроме нас. От слова абсолютно. Вообще никого нет. В смысле? Закрыла? Да. Закрыла, точно? Да. Все, Света закрыла. Пошли. Короче, обратно. Будем гулять, пока хозяин не приедет. Да, будем гулять, пока хозяин не приедет. Всем привет, друзья! Это понедельник, день второй. Ближе к обеду время. После рыбалки немножко отдохнули и решили пойти в лес. Света... Время у нас 11.58. 11.58. Света хочет земляники найти. Если она есть. Не знаю. Не знаю. В общем, пойдемте в лес. Походим, побродим. Мы посмотрим и вам покажем, что есть. Какая у нас. Какая красота. Да, что здесь в лесу есть. На машине мы ехать не будем. Здесь буквально, вот смотрите, вот ворота. Сюда выходим. Сейчас повернем налево. 50 метров и лес. Вот он уже виднеется, вот он. Оттуда мы приехали. Сейчас я вам покажу, чтобы вы сориентировались, сколько здесь до леса. Вот он лес, видите, впереди. Большой сосновый лес. Ну, метров 100, если брать от ворот. 100-метровый лес. В общем, пойдемте посмотрим. Мы, это Полтавская область, практически на границе. Днепропетровская, Полтавская, село Орлык. База называется, где мы отдыхаем. База Ореховая. Есть видео, я делал обзорчик. Предыдущий, по-моему, одно или два видео. По осени тут было много грибов. Да, грибов здесь мы собирали хорошо. В общем, обработались мы от клещей, от комаров. От комаров. Побрызались, штаны надели, хотя и жарко на улице. Вот в прямом эфире, буквально, на одном кадре, мы сейчас будем заходить уже в лес. Вот сколько времени прошло? Пару минут, наверное. Ходьбы, не спеша. И вот мы заходим в лес. Направо, Мих. Да, да. Все, друзья. Вот он, красавец. Хвойный лес. Света приболела. Поэтому мы и выехали. Чтобы она подышала воздухом. Лесным. Каменское водохранилище здесь напротив базы. И все, я показывал, есть видео. Все, мы в лесу. Кто? А тут змеи есть, Мих, конечно. Я вчера видел змей. Это, наверное, этот ящерка. Может быть. Сейчас мы немножко углубимся. Мы в прошлом году ездили, правда, мы объезжали так на машине. И заезжали, ну, скажем так, с центрального входа. А это мы со стороны заходим. Все, сейчас немножко пройдем вглубь. Чувствуешь запах, да? Конечно. Кислорода. Да, да. У нас в Донецкой области некуда сейчас в лес пойти. Даже если есть места, то лучше туда не ходить. Вообще здесь так тихо. Мы второй день здесь. Мы уже с Светой говорили. Вообще тишина. Ни взрывов, ни далеких раскатов, ничего. Как-то аж непривычно уже. Мы привыкли до такой степени к этим разрывам, к этим самолетам, вертолетам. А здесь тихо. Будь здоров, Мих. Красота, да? 100 метров от базы и лес. Ладно, пойдемте.
походим. Посмотрим. Сухо. Если бы было влажно, даже грибы, может, были бы. А сейчас... В общем, что попадется, то покажем. И ничего не будет, знаете, ничего не покажем. Надеюсь, черепаху видели, да? Как яйца откладывала. Я такого не видел вообще. Тоже в предыдущих роликах есть, смотрите. Нельзя, Миш, ты что? Что ты, дрында? Вот уже, это не Миха, сварить, говорит. Да, мы как раз на рыбалке были вечером и увидели, как черепаха откладывает яйца. Прямо на тропинке вот это. Как идти от базы на Днепр, на пирс. Ты сюда повернула, да? А куда надо? Не, я просто спрашиваю. Ну, а под... куда дорога? Сюда, сюда. Все, пойдемте. Подышим воздухом. Жаль, что мониторы, телевизоры не передают. Какой здесь воздух. Тихо-тихо. Птички поют, лес шумит. И все. Больше никаких звуков. Отвыкли мы от такого. Отвыкли. Эх, были бы грибочки. Сейчас бы грибочки пособирать. Как в прошлом году. Ох, мы оторвались. Польского гриба сколько нашли. Правда, мы были и здесь в октябре в прошлом году. Здесь больше было белого. А, не, и польские попадались. Но все равно не так. А поехали в Великую Богачку в октябре. Вот это, где мы оторвались, есть видео на канале тоже. Полтора часа, вот мы втроем ходим, полтора часа у каждого по ведру польского гриба. Света там и закатывала в банки. Мы покупали две упаковки банок с крышками такие, знаете, европейские крышки, которые закручиваются. Ох, и нас закрывали, мы домой привезли это вообще. До сих пор, кстати, эти грибы есть у нас в банках. Но сейчас сухо. Да и не сезон, наверное. Середина июня. Это попозже надо. Дожди пойдут. Обязательно. Обязательно поедем. Собирать. По грибы поедем. Ух, какая красота. Я вообще, у меня просто нет слов. Даже если нет ни грибов, ни ягод никаких. Походить вот так по лесу, это вообще фантастика в наше-то время. Светуля! Ау! Ой. Это, говорит, это чистотел. Может быть, бедитель. Не знаю. А ну напишите, друзья. Чистотел это или нет? Может, еще какая-то. Подорожник. Нет, это не... О, лопухи, я имею в виду. Это ж подорожник. Да. О, да. Шикарно. Да, раньше вот так вот где-то поранился. Сорвал листочек. Послюнил его. А это как этот? Скажи. Видишь, ну, как одуванчики, вот и эти похожи, видишь? Угу. Только не знаю, как правильно называется травка. Ну, вот да. Это чистотел. Да? Да. Ну, значит, и это чистотел. Вот, видишь, он желтенький. А-а-а. Вот, вот это чистотел. Понял. В общем, у нас тут экскурсия по лесу.
А как правильно? По лесу или по лесу? По лесу? Есть такие моменты, эпизоды, знаете. Добрались или добрались. Ну, в принципе, не важно. Ладно, какая красота здесь, какая чистота. У меня аж дышать, слышишь? Я... Ага. Да. Конечно. Что там, Мих? Михе что-то в уши ползет. Такая тропинка лесная, смотрите. Кого? Гриб? Только проговорил. Света гриб нашла. Только проговорил, что нет грибов. У Светы, да. Свете, кстати, у нее блат с лесовичком. Сейчас пойдем посмотрим. Что говорит? А, зонтик. Но все равно гриб. Она всегда больше нас собирает. О, а вот это знаешь, у них такое? Это на... Рыли. Да, кабанчики рыли. Правда, правда. Слышь, ну ты, блин, даешь. Смотрите. Мы в прошлом году первый раз их попробовали. Очень вкусные. Да. Оно такое впечатление, вот когда пожаришь их. Как отбивнушечка. Да. Оп. Что, будешь брать? Да. Пахнет. А-а-а, вот это запах. Смотрите, какая шляпа шикарная. Зонтик нашли. Света везде. Ну ты, у тебя с лесовичком договор, наверное, да? Вообще. Нет, я в тебе никогда не сомневался. Какие места. Нормально мы идем. Вообще, вот в лесу нету комаров, да, Свет? Ага. Не знаю, как насчет клещей. Но тоже так смотрю, не вижу. А комаров точно. Что ты говоришь? Да, пока клещей не видно. А комаров точно нет. Ну, может быть, сухо, поэтому и нет, конечно. Эх. Направо, да. Правее, бери ближе к тропинке. Будь здоров. Миха чихать стал. Миша спрашивает, если кабана встретим. Я говорю, ничего страшного, на дерево залезем. Вот еще кабанчики рылись. Конечно, есть животное. Лес-то большой. Ух. Хруст такой. Вот, слышите? Прям корабельные сосны. Светуля! Ау! А, так выходи сюда, вон, вдоль этой тропинки пойдем, вот тогда и все. Точно, говорит, кабаны встретятся. Это, вот так вот если объехать на машине, заезжаешь, и там вообще чисто сосновый лес. То есть нет вот этих таких насаждений. А здесь, видите, какая насыщенность. Какие-то ягодки, это не знаю. Ох, ух, и сосна. Они зеленые еще. Сосна так скрипит, как будто избушка. Да, да. Смотри, вот это что? Я не знаю.
Смотри, не ешь. Да я не ем, они зеленые. Ой, козленочка. Главное, чтобы рожки не выросли. Ароматы, конечно, всевозможные. Светуля! Свет! Куда ты побежала? Как тебе запахи? Да это вообще, да. Да ну. Вот так бы можно было, как впрок, да? Ну да. У Мишки GPRS есть. Где мы? Вот мы тут. Ага. Вот поле. Дай под... А ну, это мы сейчас выходим на поле. Да, мы сейчас на поле вот так. Ну, а нам сейчас... Это... А вот, вот наша как бы на база. База, да? Да, да. Вот она. А вот мы тут вообще в самой чуть ли. Ну, мы по краешку идем. Лес-то да. Самое основное в той стороне. Я думаю, что, говорю, уже так много прошли. Ну, конечно, много. Мы уже вон 40 минут гуляем. Да, 40 минут. Ну, сейчас как раз развернемся, будем идти обратно. И как раз 1.5-2 часа будет. Ухи-ухи-ухи, воздух. Да пошли. Будь здоров. Света так и хочет кабанчика встретить. Да-да, будет вам. Свернули мы с тропинки. Надо на другую. Теперь не на поле идем. Света, не спеши ты так. Ты как бегишь куда-то. Миха, ягоды нашел. Какие ягоды? Только попробовать. Прекрасных ягод. Ничего себе. Гляньте. Что, попробуем? Да нет, конечно. Покажи. Какая-то. Я попробовала печенье. Не, не надо пробовать, ты что? Какие-то ягодки? Да не, Миша шутит. У тебя что, аллергия? У Михи аллергия на лес. Ну? Да. Слышишь? Ягоды есть. Скажи. Надо будет узнать. Грибы есть у тебя вон. Грибы есть. Да. Все у нас это. Прогулка удалась. Пойдем еще дальше походим. Света всегда впереди. Я говорю, куда ты бежишь? Она говорит, а у меня встреча. С кем? С кабанчиком? Нет, с лесовичком. Пойдем. В общем, решили мы выйти опять на дорогу, на эту лесную, потому что дальше просто-напросто непроходимые чащи. Света говорит, туда не пойдем, бо там точно будут кабанчики. Смотрите, целая дорожка из подорожника. И вот идет и идет подорожник. Трава. Шелковица? Вот, пожалуйста. А ну. Дикая шелковица. Да? Вот видите, я вам уже и ягодки нашла. Шелковица. Подорожника, конечно, здесь тьма. А представь, сколько здесь вот это лекарственный трав. Ну, вот они же, каждый имеет свою целебную силу. Вот она Ивана купала вот с 6 на 7, да? Как раз они набирают такую силу, что надо собирать травы и потом лечиться.
Понятно. Ну это ж надо разбираться еще. Это не все так просто. Краса. Квиточка. Вот мы идем по тропинке, да, а тут вообще непролазная чаща. Вот там кабанчики, скорее всего, и живут. С этой стороны еще как-то, а здесь вообще буреломы. Что? Мих, ты кого там выглядываешь? А прикинь, кабанчик, это что, на дерево надо? О, блин. Даже лужу нашли в лесу. Такая засуха стоит. Ничего себе. А кто-то проезжал, видишь, след. А, да, квадроцикл. Скорее всего, на квадроцикле кто-то. Да, да, стоит. Ну, что, спросить? Можно. Ну да, пересохло уже. Дерево упало. Смотри, ветер, какая сила. Да. Так, мы, наверное, уже далеко вас-то зашли. Далеко мих зашли? Так как это, ну и что? Давай уже на разворот, Светочка. Да как? Какой только начинаем? Час уже. Сейчас час обратно. Ну так а почем тебе идти, Свет? Хорошо. Ну, Миха нас ориентирует. Понятно. А вот еще, что ты проходишь шелковицу? Может, я покажу, где мы. Можно попробовать. Да, сейчас попробую. Смотрите. Ой, вон красота. Не, я не буду. Не хочешь? Я откажусь. Смотри. Да не хочу я. Вкусная. Вот это да. Дары леса. Вот это настоящий натуральный продукт. Чистый? Да ну. Это даже... Мих, а что ты не хочешь? Одну попробую. На! Не хочу! Нагну, деточку. Нагну. Блин, какая крупненькая. Вкусная, да. Я хочу вам показать, куда мы вообще забухали. Дай тебе ботик. Не хочет. Смотри. Покажи. Так мы сейчас уже будем выходить. Вот. Ну, эта дорога толком как-то никуда не ведет. Вот смотри, вот мы, а вот наша база. Ну ничего. Сейчас еще немножко погуляем. Маму с леса не выведешь. Так, да. Вкусно? Угощайтесь. Мам, хочешь сейчас квадроцикл возьмем на базе и поедем покатаемся? Вкусно. Вкусная шелковица. Приятный вкус. Я просто покатал. Ох, и лес шумит-то. Там выход, Свет, там уже лес заканчивается. Я вижу. А. Вроде только зашли, а уже выходим. Так мы с другой стороны просто. С другого конца. Ну, только не только час идем уже. Где? А ну покажи. А где он пробежал? Вот так вот. Вот тут я стою. Ага. Вот тут. Ага. Да ты шо? И вот так вот как какао увидел меня. Зайчик? Зайчик.
Миха зайца видел. Говорит, мимо него, мимо тебя, да? Да, прямо мимо меня. Мимо меня испугался. Сейчас мы присядем. Смотрите, какое дерево. Да, Миха увидел. Я не видел, я в стороне. А ты не видел, Свет? Нет. Ну, как будто вот шел, как от маминой стороны. Я понял. Да он же сидел, наверное, где-то, ушки поджал. А потом ты тихо стоял. А он мимо тебя и проскочил. Отдохнем? Ну, давай. Садишься, попьем кофе, пойдем. Давайте. Там нектаринчики я брала. Фух. На, Миш. На. Света даже тормозок какой-то взяла. Нектаринчик. Нектаринчик. Давай перекусим. Да будь здоров. Всем раздаешь? Угощаю. Спасибо. Перекус на полянке. Зайчики бегают. Отдыхайте. Кабанчики роются. Птички поют. Птички поют. Грибок нашли. Шелковицы поели. Шелковицы поели. В общем, вот такая у нас прогулка. Релакс. Чудесно. Да, не то слово. Чудесно. Не передать словами. Просто не передать. Как здесь хорошо. Вот здесь бы палатку поставить. Идеальные, не червивые, просто подсохли, так пошли, насобирали по лесу, как наварили супа, помнишь? Да, было время, это будет еще. Я так в тенек сел, потому что там сильно жарко. Света не хочет уходить, а я ушел, сильно жарко там. А тут просто кайф. Да ну, вы получаете. Мы сейчас, Миха, пойдем на это, купаться, да? Да. Уже хочется покупаться, окунуться. А я сегодня купался, траву чистил. Я тоже хочу. Ну, сейчас пойдем. Только не траву чистить. Ну, там трава так на дне. Ну, она... Что такое? Да. Она приятная такая, хорошая. Ну что, пойдем назад? Пойдемте. Пойдемте назад уже. Больше часа мы брели сюда. Сейчас только же будем выходить уже. Мишка прям везет. Вчера увидел, как черепаха яйца обкладывает. Я никогда в жизни такого не видел. Свет, ты что же не видела? Никогда. Вчера только увидела. Так она еще так лапкой укладывает их, чтобы же они не побились. Ну да. Нет, она укладывала яйца. У него даже это кто-то, если смотрел, как у него цыплята были. Это я помню. Ну, конечно, помнишь. 2 года назад было. Месяц они там вылуплялись. 12 цыплят, да, Миша? Да, 12 цыплят потом было. Потом родилось 12 крыс. Какие 12? Нет. Да. А сколько? 3 или 2. 2 крыски. Да. Максимум 7-8 таких, так знаешь, новорожденных, которые ну только-только, и две выжили. В общем, у Мишки, смотрите, по биологии должна быть оценка, ну просто не 12 даже баллов, а 15 с половиной. Сам выращивал в инкубаторе курочек, вырастил. Запах, конечно, в квартире был, это не передать, да, Свет? Нормально. Да? Ты фермер у нас. Проветривали. Крысята рождались у нас. Вчера увидел, как черепаха яйца откладывает. Грибы собирает. По лесу. Кролика сегодня увидел. В общем, парень молодец, Мих. Ты что, ты можешь даже никогда в жизни теперь еще и не увидишь больше, как
черепаха-то это делает. А ты увидел, молодец. Все, мы возвращаемся, уже идем потихоньку назад. Через чащу не пойдем. Нет. Лучше чащу обойдем. Да. А вот выход уже. Это мы так с краешку леса идем, чтобы не заблукать. Потому что с лесом шутки такие. Это дальше, если пройди еще, там будет так перепахано, ну, специальное, чтобы от пожара. И начинается другой лес. Такой более редкий. Одни сосны там. Это мы в прошлом году там грибы собирали. Ой, хорошо как здесь. Я не перестану радоваться этой тишине, этому воздуху и вообще природе. И шли, и шли, смотрите. Какие камни. Да. Он, подойди ближе. Это сейчас подойду. Откуда они здесь? Ого. Так это как гранит. Нет, это не гранит, но что-то. Ну что, это нет. Да. Это гранитные камни. Ничего себе. Хотя да, может быть. Не знаю. Света говорит, гранитный камень. Вот еще большая такая плита. Здесь какое-то строение было, Свет. Смотри, видишь, бугор такой. Возвышенность. И какие-то камни. Угу. Что-то интересное мы нашли. Да-да, по-любому. Вот она, возвышенность. Видно. Интересно. Любопытно. Холодный такой. Холодный, да? Угу. Гранитный камушек. Там крошка так, ну. Ну, похоже, да. Похоже. Может, конечно, не гранит. А может, нам напишут что-то. Может, есть кто разбирается. Мы особо не разбираем. Хотя, да, похоже. Смотри, какой цветок. Он, правда, еще не распустился. Может, знаешь, как называется? Жовтенький такой. Да? Не знаешь? Такие бархатные листья у меня. А это у тебя ромашки? Ничего себе. Какой букетик. Красивый. Красивый, да. Пожалуйста, меня сфотографируйте. Какой-то дерево. А это шелковица. Да какая белая. Это шелковица? Ну посмотри. А, точно, да. Белая вот, шелковица. Видишь? Да, да, я смотрю. Вот шелковица. Да, 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 все, все. Вот смотрите, с одной стороны черная, вот она. А с этой стороны белая. А с этой стороны белая. Чисто белая. Это мы здесь не шли, мы тогда и шли по кругу. Вот там в чаще мы и шли. Да, шелковица. Вкусная. Очень вкусная. Запахи, конечно, здесь шикарные. Миха! Миха уже упер. Подожди нас! Не топи! Свет, да пойдем! Жара стоит, градусов 30 точно. Сейчас как раз время. Уже 20 минут второго.
а еще топать и топать. Смотрите, какая красота. Мих, ты если слушаться не будешь, знаешь, что это такое? Крапива. Смотрите. Это мой заклятый враг. Да ладно. Ты ж ни разу не получал, не? Не было. Смотри, как в лесу тихо, да? А когда выходишь, смотрите, какой ветер. Ух. В лесу не так. В лесу потише. Да. Вот и все. Вот мы выходим из лесу. Ну ладно, ничего. Подышали воздухом, поели шелковицы лесной. Да. Света ромашек нарвала. Это тоже шелковица. Только уже осыпалась. Вот здесь еще одна база есть, но не знаю, что за база, мы там не были ни разу. Все. Отдохнули, подышали. Будем прощаться с вами ненадолго. Надолго мы не прощаемся. Скоро увидимся. Всем мира, самое главное, и здоровья. Пока. Подпишись вот сюда. На вот этот.